Правой. Лапчту-бати-бати-бидом. Какое настроение, какая энергетика. И этого всего я достиг сам, благодаря тому, что я сам себя образовывал, продолжаю образовывать, тренировать, рассуждать и так далее. Почему, что, что, как. Вот для этого еще была открыта и школа высшего спортивного мастерства. Да, было дело в Ростове. Занимался, сделал мастера спорта. А теперь я открыл школу здорового образа жизни. И она работает. И вот смотрите, вот такие вот письма говорят, что работает она очень хорошо. Итак, Петрович, здравствуйте. Я сразу буду комментировать. Сделала чистку печени, наконец-то, и есть результаты. То есть, когда человек никогда не делает чистку печени, а ему уже там под 40, а то под полтосик, со здоровьем, так сказать, не особо. И вот смотрите, и есть результаты. Где-то полторы недели пила порошок из трав. Очень правильно, именно полторы недели порошок из этих трав, которые рекомендуют Бурева, они как раз все там расшевелят своими фитонцидами, там, значит, воздействуют на болезнетворную эту микрофлору, она начинает выходить. Итак, 17.04, это вчерася было, на ночь выпила чайную ложку порошка и 18.04 самочистка. Вчера уже после второй ложки порошка заболела в животе и начала отходить слизь. Прям крупные какие-то куски фото. Фото приводим, смотрите. Я специально оставляю, не сижу в центре, а оставляю вот это вот пространство для того, чтобы здесь показывать фото. Вот, будете смотреть. То есть слизь, человек переполнен слизью. И нельзя сказать, что это вот как-то специально происходит. Нет, это вот в связи с тем, что вот такая вот наша жизнь, которая способствует тому, что человек заражается вот этой вот плесенью. Вот если взять хлеб. О, хлеб. Я помню, в Москве я покупаю хлеб. Вот там покушал, вот, то есть, и буквально таки он переночевал ночь, и на следующий уже день, где-то к вечеру, а то еще и днем, я смотрю, а на нем уже плесень. То есть все пронизано вот этой вот плесенью, потому что тут надо технологии соблюдать и так далее, и так далее. И, короче, читаем дальше. Поэтому вот эта слизь у нас, мы рассадники всей этой слизи, наш организм. Стул со слизью был 5 раз. Отлично. Это вот, знаете, человек пил полторы недели эти все травы, они потихонечку в этой же слизи. Почему травы? Потому что этот порошок, он в слизь эту проникает, она вот, так сказать, это сама напитала, а там-то идут вот эти все ароматические вещества, фитонциды, так называемые, модно, да, которые начинают эту слизь душить, которые они начинают ее выжигать, и она, опа, стекать. Болела голова, ну, естественно, да, они еще, знаете, поднимают, как бы сказать, вот это вот в организме все это вот, обмен веществ возрастает от всех этих трав, они
здорово поднимает, значит. Вот, выделяются, естественно, продукты там этого обмена, там, ядовитые все эти вещества, в смысле того, что там отмерло и так далее, и тому подобное. Поэтому будет голова побаливать, особенно у слабых людей. И вот вечером пришло время пить масло и сок. В целом была спокойна, и так и надо, но предполагала, что может быть тяжело, и не знала, как это все будет именно у меня, поэтому именно боялась. А вот тут как раз на канале, в нашей школе здорового образа жизни, вот эти вот случаи, примеры приводятся, разбирается со всех сторон, чтобы человек понимал, сразу ли ему 300 грамм масла этого выпить, либо же ему будет достаточно 30 грамм. Как бы сказать, все за и против. Я делаю ее в первый раз, естественно. Выпила масло по глоткам где-то 50 миллилитров, запивая соком. И на грелку, правильно, все правильно, прогреваем эту область. Меня начало тошнить, вырвало все масло и вышла черная мелкая слизь. Смотрим на эту слизь. Вот, да какая? А? Теперь вспоминаем опять-таки доктора Рыбчинского этого, онколога польского, который брал опухоли и, значит, делал из них препараты и смотрел, что там вырастает. И в конце белая слизь, серая слизь и, наконец-таки, черная слизь. Вот эта черная как раз раковая. Вот представляете, черная мелкая слизь. Вот можно, знаете, дотянуть себя до... Пересмотрите мой голод, 40 дней. Столько с меня вышло именно вот этой вот грибницы, именно вот этой вот плесени, бурой и черной. И я рассказывал, из мочевого пузыря вышло. Это кошмар. Я не дожил до 69 лет. Я бы давно уже загнулся, будем говорить. Вот... Голод сделал такую вещь. А тут чистка печени тоже сделает. И чистка печени благодаря тому, что именно травы воздействуют на вот эту вот гадость. Я тут, конечно, удивилась, увидев черноту. Вот она есть, да. Потом, полежав немного на грелке, написала вопрос в комментариях вам. Мне ответил Вадим Лагрин, благодарю его. Правильно. Ну, не всегда я, так сказать, на компьютере сижу. Я и так тут постоянно сижу, что-то комментирую. Но важно. Вот у вас какая-то ситуация создалась. Но вы, до того, как что-то вы делаете, вы посмотрите на эту тему видосики. Почитайте в библиотеке соответствующую мою литературу. Используйте только мою, потому что я... Убедился, что вот эти вот молодые, амбициозные, такое там понапишут, мол, это мое и так далее. То есть мне важно донести вот эту вот правду. И эту правду я опираюсь не на свой там авторитет, а я опираюсь на те физиологические процессы, которые происходят в организме. Вот отсюда я и пляшу. Поняли, да? Значит, канал работает. Вадим Лагрин посоветовал, потому что он чистил, он прошел, он уже знает. И можно на эту тему почитать, так сказать, отзывы других людей, как, что делали, и так далее. Обязательно перед тем, как что-то вы делаете, вы сначала найдите информацию, почитайте, подготовьтесь. И через час начала дальше пить масло. Да, сработало, понимаете, вот когда слизи много там всего, она слизи еще и в желудке, сработало вот это у нас. То есть... травы, проходя, они там, если имелась какая-то патологическая вот эта слизь, они на нее воздействовали и так далее. А это еще вдобавок вот, легкие очищаются, легкие носоглотки, они очищаются путем рвоты. То есть вот как бы идет двойная чистка. Потому что древние говорили так, всего несколько чисток. Чистка рвотой, чистка поносом, который мы применяем, чистка... Потением. В принципе, и все. Голод я не считаю. Это такие процедуры, значит, использовались. И молодец. Значит, человек понял, а как дальше действовать. А то некоторые, вырвал все, мол, на этом закончилось. И тут я еще разок хочу сказать, важно не спешить. Мы все разные. Один может
как Серджио, выпить там, как он говорит, пол-литра масла, и ему хоть бы хны. А другому там и чайную ложечку будет много. И начала пить дальше, тоже 50 мл сока, но уже перерывы между глотками были 15 минут. А я же об этом и говорил, лучше растянуть, чтобы, знаете, она так действовала мягко, но тем не менее длительно, чтобы организм сумел это все заглотить и воспользовать. Когда много, ну не может он пропустить. Грубо говоря, если дырочка там вот такая, а вы вот столько туда льете, ну не может она там скапливаться. А если вы потихонечку, да вы тут все что угодно, это так, к примеру. Все это время со стулом выходила густая коричневая слизь. А где эта слизь у нас имеется? Она имеется у нас в тонком кишечнике. Она у нас будет в той же печени, даже это она у нас будет. То есть у нас все там ослизнено. Ну, я уж о толстом кишечнике так молчу. Но это в основном вот где-то выходила густая коричневая слизь. Она где-то будет больше выходить с конца тонкого кишечника и начала толстого кишечника. И плюс вот эта вот печень будет очищаться от всего этого кошмара. Лежала на грелке, чувствовала, как будто печень гудит. О, вот это началась ее работа. Если вы бы почитали мою еще книгу, когда я там советую во время чистки печени, значит, садиться на колени, то есть это такая-то поза, туловище прямо на колени. Значит, что тут происходит? Происходит то, что кровь пережимается в ногах, ну, вы там посмотрите, пережимается в ногах, и она больше тут ходит по этому самому, по туловищу. Это очень важно понимать. И плюс еще, для того, чтобы вызвать вот эту жгучесть в организме и, как бы сказать, повышение энергетики, мы можем взять в рот, да тоже ту же семечку тмина, разжевать ее, она будет вот это вот горячими такими свойствами обладать, и плюс заткнуть левую ноздрю, дышать через правую у нас идет энергетика солнечная, то есть теплая. Это все, как бы сказать, в копилочку на увеличение эффективности чистки. Понимаете? Вот как бы сказать, то, поприменяйте, и в сумме получится довольно-таки хороший эффект. Дальше. Ночь прошла очень спокойно, ни одного позыва. Отлично. Она там, грубо говоря, главное, вошло и потихонечку действует. Лично у меня так и бывало. Вот выпил, да, нормально, никаких нет. Вот. А вот часов в 8 утра мне стало плохо. А вот это туалета не было, то есть по большому не сходило. А вот под утро как раз и хочется, значит, опорожниться, ну и все. То есть организм за ночь прореагировал, потому что печень активна ночью, и желчный пузырь ночью активный. Все это прореагировал, собрал. Потихонечку туда, знаете, подтолкнул толстый кишечник, вот, на выход. И, может быть, небольшая интоксикация, когда это самое, из толстого кишечника, там же что у нас происходит? У нас происходит формирование каловых масс, вот это, чтобы они как колбаской были, то есть всасывание жидкости. И вот с этой жидкостью могут всасываться вот эти все бяки-каки, которые мы во время чистки печени, значит, вывели. И поэтому вот это вот стало плохо, да? Что надо делать? И правильно Наталья сделала. Сделала клизму, две штуки одна за другой. Правильно, опачки, туда. Одна там, грубо говоря, тут поднялась, там, пока там вымыла. А другая уже дальше пошла еще. Вообще-то можно было даже сделать и три клизмы, чтобы одна здесь, вторая здесь, а третья аж вот тут. И увидела там вот эти камушки, смотрим, вот они камушки, но нас волнует, опять-таки, не эти, как бы сказать, камушки, это вот эти вот шлаки, которые собрались в печени. А нас интересует дальше, что произойдет. Произойдет, как раз, я думаю, Наталья напишет, как печень начинает лучше работать, и это скажется резко
на состояние здоровья в лучшую сторону. Они как бы слеплены один с другим и при нажатии могут разламываться. Ну да, вот этот холестерин, вот это вот, как там они там называются, я уже... Вот цвет и зеленый, и оранжевый. Да, это холестерин, билирубин, вот это все-то там это спрессовалось. И, кстати, они могут сами рассасываться, а могут в желчном пузыре, потихонечку уплотняясь, образовывать уже такие каменюки, будь здоров. Настоящие камни делать. Так, кстати, никаких паразитов не было почему-то, но Бог миловал. Или еще они умудрились куда-то спрятаться. Паразиты тоже, так сказать, не это самое, не дураки. Пошла на них, значит, ганьба это, с помощью вот этих трав. Они, естественно, стараются прятаться туда, где их и особо не достать. Ну, всему свое время. Сейчас самочувствие хорошее, уже начинаю есть. Кстати, а теперь... Вот чистка печени запускает следующее. Она запускает прослабление, то есть понос. Желчь пошла и понос. И для того, чтобы восстановить нормальное пищеварение, чтобы прервать вот этот вот понос и так далее, вы первым делом съедайте кашку рисовую. Отварите хорошенько рис, распарьте его. Туда добавьте немножечко топленого масла, чуть-чуть там соли. И вот это пусть будет ваша первая еда после чистки. Она как раз вот это вот будет нормализовать все процессы. То есть организм во время чистки настраивается на то, чтобы с поносом все, знаете, выгонять. А после этого он будет долго успокаиваться, когда там прекратится этот понос. А вы его только раз вот такой едой и прервали. То есть один разочек съели, потом другой разочек съели, потом там более-менее там супчик рисовый. То есть все там потом что-то там такое. Чувствуете, ага, нормально, успокоилось, все, стол нормальный. Ну, тогда можно потихонечку переходить на обычную еду. Я раньше очень хотела сделать эту чистку, но, признаться, я боялась, что-то пойдет не так. И вот решилась наконец-то. То есть, вот на нашем канале вы можете сделать не обязательно вот эту жесткую чистку. Вы можете сделать мягкую чистку, понимаете, подлиннее. В зависимости от своих сил, возможностей и так далее, вы можете все это сделать легко, просто, успешно. И даже не заметите, как у вас все это там произойдет. А можно действительно вот так. И как раз почитайте отзывы, послушайте советы, рекомендации и так далее, То есть вот эта возрождающая процедура, самая главная, то есть чистка кишечника позволяет нам просто-напросто, как бы сказать, убрать источник интоксикации, главный источник интоксикации через толстый кишечник. Вот. А чистка печени позволяет нормализовать все виды обмена в организме. Вот что нам надо добиться. И все, и организм пошел. Закрепляем питанием и радуемся жизни. Видите, как просто. А вот до этой простоты, понимаете, вот никто, кроме меня, не додумался. То есть никто не предложил систему. Были клизмы, была чистка печени, а чтобы все это вот в кучу собрать и преподнести как рабочий такой мощный инструмент по возрождению организма, никто не это так. Так решилось, значит, без вас, Петрович, я бы, наверное, не сделала всего этого. А что она делала помимо чистки печени, дыхание, очищение кишечника, чистку печени. Молодец, она практически прошла то, что надо. Дыхание, а зачем мы дыхание, очищающее полевую форму жизни, делаем? Мы делаем его для того, чтобы избавиться от накоплений эмоциональных, которые оставляют в нас следы. Следы они, как правило, оставляют в виде спазмов. Спазмы мускулатуры происходят там-сям. Мы даже это не замечаем. А когда начинаем дышать, у нас сразу они проявляются. Вот так вот руки будут крючить. Потом их расслабить. Там ноги. То есть, ну, посмотрите, я подробно об этом говорил. Благодаря вашему каналу и книгам многое узнала, многое увидела своими глазами. И знаете, вот я хочу сказать, вот
Я от вас не требую никакой там платы вот за это. Уникальнейшие знания, которые работают, и так далее, которые я значит, разжевал вам, выложил, чтобы вы понимали, что же там происходит это. Благодаря вашему каналу, книгам много узнала и много увидела своими глазами. Это очень важно. Вам говорят, да вот это через купечи не сделать, а там каловые камни бывают. А, допустим, медики говорят, так как организм самообновляется, эпителий слущивается в кишечной стенке, да, это все так идет, слущивается, то там никаких каловых камней не будет, там никаких там накоплений не будет, ничего там не будет и так далее, так далее, так далее. Но практика показывает, увы, наряду с самообновлением идет и накопление, и каловых камней. И вот, пожалуйста, в печени, в желчном пузыре вот такая вот ерунда образуется. И плюс слизь. Вот это плесень. Везде плесень. Вот. А когда человек увидит своими глазами, его уже не переубедишь. Что ты тут мне будешь городить, что там чистка печени работает, то не работает, все не работает. Да я своими глазами видела. Я была вот такая вот до того, как вы тут надо мной поработали, все советчики. А потом, когда я вот это вот сделал, я стала совсем другим человеком, имеющим совсем другое здоровье. Что может быть внутри меня? У вас не просто канал, а целая школа, в которой, связываясь с вами, реально, по-настоящему можно проводить оздоровительные процедуры. Да, это так. Мы уже идем и не один год, что начинаем чистить печень в сезон ее наилучшей активности. Профилактически. Там еще что-то делаем. Например, даже флешмоб сделали с дегтем. Флешмоб продолжается, кстати. Большая-большая благодарность вам, с уважением, Наталья. Ну, по крайней мере, вы знаете, где можно по-настоящему оздоровить себя, а не просто там, вот надо приобрести будет витамин D. А то у вас витамина D не хватает, поэтому у вас тут со здоровьем там слабость и так далее. Ну ладно, доброго здоровья. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья!